5 августа, Одесса. Ночь у нас прошла спокойно. Воздушных тревог не объявляли, взрывов не было. А в Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа «Калибр» с снаряжением 16 ракетами и 1 большой десантный корабль. Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава российского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. Я желаю всем хорошего дня. Берегитесь.